Я не удивился, что именно в Карелии вы руководите. Дело в том, что север полностью уже захвачен женщинами. Это наступает Норвегия, Финляндия. Кстати, вы похожи на президента Финляндии, с которой я встречался, Дарья. У нее также гражданский муж. Внешне вы похожи, так сказать, абсолютно. Финны полностью под женщинами уже давно. Значит, и Карелия, соответственно, тоже. И даже до Питера докатились, там, значит, так сказать, Валентина Ивановна. Север – это женская тема. Это на юге никто женщинам не даст. Вот поезжайте в Белгородскую область, там, кроме Маши Малиновской, ни одну женщину, ни в один властный орган не допустили. А вот дальше на Кавказ, там уже все с концами, да, там вообще, их даже за стол не сажают. Вот почему женщине плохо руководить? При ней нельзя ругаться матом, с ней нельзя ходить в баню. Вот, и как-то и целая проблема. Хрущев назначил, ввел в политбюро Фурцеву, да? Нужно на работе. На первом заседании он коллегам по партии сказал: вы очень сильно стали ругаться матом, поэтому я решил вот назначить Екатерину членом политбюро. Ну, все засмеялись. Вот, то есть это восприятие женщины-руководителя было всегда так у нас.